Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Horror Field. И в данный момент я в деревне. Так, тихонько. Тихо. Где-то рядом, блин, я... По-моему... Так, тихонько. Где у нас эти генераторы-то тут находятся? В деревне в этой, я уже и забыл. Да, плохо, когда... Не знаешь, да еще и забыл, да? По-моему, где-то здесь один. Вот он. Фух, давайте ремонтировать. Да, выбрал я, ребята, Джека. Ой, здесь у нас ведьма, ё-моё. Так, Солт попался. Слушайте, вот с ведьмой, конечно, я ненавижу. Мне почему-то лучше бегать от маньяка, чем от этой ведьмы. Идет ко мне, походу, дело, да? Тихо. Спасли. Блин, сейчас придет, по-моему. Я ее не вижу. Пока не вижу. И не слышу. Только не говори, что я к ней бегу. Черт. Побежали-ка нафиг отсюда. К ядре не фени, да, ребят? Посмотрим сейчас, где она будет. Черт, она ловит солида. Точнее, солда. Блин, ему сейчас крышка. Блин, последний генератор остался, и это именно тот. Опачки. Электричество. Блин, где у нас этот... Выход-то здесь, вот он. Я, наверное, не успею, как всегда меня поймает. Не хотелось бы. Блин, у меня нет инженерии, к сожалению, поэтому... Я буду надеяться на лучшее. Так, опять какого-то максимум поймал. У меня же сердце, ребят, заколотилось. Фух. Если мы с вами выйдем отсюда, будет хорошо. Да, мы с вами выходим. Блин, я вот не знаю, спасать, не спасать. Ведь попадемся же, да? Блин, у меня и бе... О, нет. Не вариант. Побежали тогда отсюда. Предал всех, ё-моё. Какой же я хреновый. Забираем награду. Кстати, здесь надо нам тоже забрать. Уровень 3600. Есть ли смысл? Так, инженерия повышается на плюс 10. Требуется 9 уровень, а у нас только лишь 7. Ну что, мы можем ему повысить, в принципе, да? 8 часов 50 минут будет повышаться уровень. Охренеть просто-напросто. Так, давай-ка с мастерской мы заберем с вами газировку. И, ребят, попробуем сыграть за Мэри. Да, Мэри у меня не раскачана, поэтому я думаю, что... Ах ты! Завершить, обучить... Умение у нее медицина, да? Медицинские инструменты. Мэри получает возможность создавать аптечки в мастерской. Ага. За лечение союзников Мэри получает опыт и серебра на 50% больше. Круто это, конечно, все. Ну что ж, ребята, поехали. Посмотрим, как у нас на этот раз все получится. Сможем ли мы с вами здесь выжить или нет? Ну, Мэри, как вам сказать? Не очень мне нравится. Блин... Гурами, мясник. Если нам попадется серьезный, как говорится, и правильный маньяк, то нам всем крышка. Так, ну что, ребятули, давайте, где вы там? Где вы там? Все спите, просыпаемся, уже утро на дворе, солнышко встает, птички поют. Все хорошо, и я, как дуралей, стою один тут и жду очереди. Ладно, подождем. Опа, даже маньяк убежал. Даже маньяк убежал. Ладно, хорошо, давайте мы тогда тоже уйдем и заново создадим. Черт подери, культист, ведьма, ё-моё. Культист, откуда ты взялся, а, засранец? Жалко, конечно, что ребята играют еще пока в бетке. То есть это не полная версия. Где-то рядом, да? Воу. Ё-моё, за мной бежит, да? Пропалила, видимо, блин, по следам идет.
Ой, ну-ка попробуем. Починим или нет, успеем? Где-то рядом там трется. Ну давай, 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 Мэри, родная, хотя бы один генератор с собой починим. Это все-таки опыт. Да ёпрсты! Сейчас прибежит. Или не бежит. Ладно, ждем. Во-во-во-во, идет. Черт. Черт бы ее побрал. Где она? Раненый. Чмошница, а? Сейчас за мной побежит. Гадюка. Ты посмотри, ну а как от нее убежать, ё-моё, если она с такой скоростью бежит? Эй, отвали от меня, блин. Чувырла, блин. Чувырла. Ждите помощи. От кого тут, блин, ждать помощи? Сейчас она тут всех будет колбасить. Вот скажите мне на милость, как мне можно убежать от этой ведьмы, от этого культиста, блин, не применяя ничего? Не уворачиваться, не знаю. Ну что ты бежишь? Она же сейчас всех нас переловит. Она специально это делает. Ты бы лучше бы бежал бы, блин, нас бы спасал. Все, сейчас просто его поймает, и мы здесь, ребята, сольем каточку, поверьте мне. Генератор починен, всего лишь 3 штучки осталось. Ой, по-моему, мне хана. Она ловит, ловит его, да? Растаман подбитый там. Ну неужели кто-то додумался прийти и спасти нас? И именно почему-то меня начинает. А успеешь ли ты, а, родной? Он успел. Спасибо тебе большое. Только толку-то от меня какой, а? Если я тут весь покоцанный. Еще и взорвался генератор. Бежит, да? Сматываемся нафиг. Куда нам убежать, энергетик? Хромоножка, давай, беги, что ты быстрый. Оу, прям. Вот это я ступил, конечно. Вышел, я думал, что она сзади меня бежит, а получилось, что навстречу выбежал. Ну, бывает такое, что ж поделаешь. Блин, я вот не могу, не хочу я за Мэри играть. Будем играть за Джека. Будем... Ну что, вот сейчас начнется опять, да, вот это вот? Появится, выйдет, появится, выйдет. Начать. Самое бесевое, ребята, это вот дождаться в лобби всех. Ага, опять Джек. Архимонд какой-то у нас тут появляется. 8 уровня он. Так, Гарри и Джек. Все 8 уровня. А, нет, тут 5 уровня был. Опять деревня. Слушайте, я хочу этот подвал. Чего вы все время мне в деревню в эту отправляете? Ну, давай. Маньяк может ломать двери и генераторы. Это я и так знаю. Побежали. Генератор. У нас кто, мясник здесь, да, маньяк? Смотрим, куда, где. Кто там, что там, ломает двери какие-то, вылетают. Один починили. Я тоже попробую, успею починить или нет, не знаю. Так, куда-то убежал, да? Опс, починили. Замечательно. Ищем следующий. Блин, поймал. Поймал чувачка. Так, хорошо. Здесь у нас... Пока спокойно, тихо. Пойду я его, наверное, спасу. Так, подожди. Куда он? Где он тут будет, а? Да ёлки-палки, да... Хе-хе.
Спасаем. Точнее, лечим. Не знаю, успею залечить или нет. Где-то бежит. Вот у нас, ребята, мясник. Побежали нафиг. Хромой не успел. Ну, естественно, он будет бежать за мной. А я втоплю. Втоплю. Потом вот сюда. Дурила. Давай, давай, беги. Интересно, сможем ли мы убежать от него, а? Сейчас попробуем как-нибудь обмануть этого дурика. Так, вот здесь вот у нас. Тут генератор починен. Так, где он там бежит? Попробуем вот так вот сделать. Черт, он чисто за мной бегает, да, гад? Хламонище. Так. Я дочиню. Рискую, конечно, но... Генератор мы включили. Теперь нужно нам найти выход. Давай, чини, 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 ребята. Сматываемся. Все выжили. Молодцы, ребятули. Вот это я понимаю. Командный дух. Отлично. Смотрите, сколько мы получали всего. Блин, ну... У меня аж вон сердце... Игра-то вроде бы, да, такая... Детская, но сердечко у меня, елки-палки, адреналинчик-то я поймал. Переживал, как говорится, за своих ребятулек. Так, ну что у нас здесь? Я самый, блин, я самый старший, получается, да? Остальные все 4-го, 3-го уровня. Так, у нас тут храм. Слушайте, а я забыл, как тут в храме, где что находится. Если в один тот же уровень играть по 10-20 раз, то можно все легко запомнить. Так, генератор где-то здесь. Недалече должен быть. Так, ты что тут делаешь? Гренни. Что такое? Вон, маньячелло, ёпрсете. Кого-то поймал, да? За мной, наверное, бежит гаденыш, по следам видит. Ух! Я прям за ним сейчас был. Слушай, кого он там ловит-то все время, а? Так, арбуза он поймал, да? Где он? Гренни поймал, блин, Гренни добегалась, ё-моё. Смотри, как он хитро делает, да? Где-то рядом. Я кричу от страха, зашибись, привлек его внимание. Он сзади. Хрен тебе, вонючий. Ах ты, а как он? Как он в меня готов? Кинул камень, если он меня даже не поймал. Ушлепок несчастный. Пускай он пока за мной бегает, а в этот момент... Гренни, а ты что здесь? А что ты здесь сидишь? Да ну, ребят, ну это несправедливо, да? Я ранен, если... Ой, а что я тут застрял там? Офигеть, блин. Застрял в какой-то столб, фонарь врезался и даже не смог пройти. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, что интересно было? Почему Гренни сидела там, где-то на песочке, и грустила? Она же, по идее, должна быть за решеткой. Смотрите, как так? Не пойму я. Так, арбуз тоже сидит тут, грустит вместе со мной. Так, Эрки Блэк, ну что ж ты? Ты неужели не слышал, а? Все, мы проиграли здесь. Черт, ранг потерял. Вообще по нолям. Странно, поехали тогда. Еще, как говорится, каточку. Ребят, нужны деньги. Нужно зарабатывать баб... Ой, как же я ненавижу этого культиста. Кроссава, ё-моё. Кроссава. Так, и у нас, ребята, бункер. Я же говорил, что это бункер. А кто-то говорил, что это неправильно я сказал, подвал. Вот, бункер тут написано.
Ладно, оккультист в бункере — это хуже всего, блин. Во-первых, он бегает очень быстро. Так, пробуем. Так. Приближается. Где? Куда? Где-то рядом, блин. Где-то очень рядом. Помоги, помогаю. Пытаюсь. Отлично. Пойдем отсюда. Парнишка. У нас еще куча дел. Бежит где-то, да? Генератор. Слушай, хреново дело. Опять я кричу, блин, от страха, да? Обделался, блин, бедолага. Оу! А вот хрен тебе. Ты посмотри, я на ускорении бегу, она меня догоняет. Ребят, ну, где, блин, справедливость, а? Ой! Блин. Жалко, нету никакой ни невидимости, ни какого-нибудь камушка, чтобы можно было по ней бомбануть. Ну, на данном этапе у меня пока. Ладно, хорошо, давайте посмотрим, что у нас тут ребята делают. Молодцы, починили. Так, а этот кого-то еще поймал. Профимана, да? Черт подери. Меня освобождают здесь? Нет. Или меня? Меня, Славка, спасибо тебе большое. Так. Наверное, я бегу, да, навстречу? А что это такое? Я не могу понять. Кто это такой? Чилбрек. Все ранены, все... Бежит, бежит эта ведьма хренова. Культист, блин. Культист, ведьма. Какая разница? Факт в том, что ловит всех. Блин, профимен сейчас погибнет. Ну, естественно, она и меня догонит сейчас. Она и меня догонит. Следы слишком... слишком наводящие на меня. Вот она по ним меня и вычислит. Профимен сейчас погибнет. Слава, боюсь, тоже погибнет. Жалко, я сам себя не могу подлечивать. Да? А где же генератор у нас? Так, этот у нас починенный. Этот починенный. Вот и все, профи погиб. Сейчас и Слава погибнет. А я также буду раненый здесь ковылять. Потихонечку. Так, чилбрек. Вот. Да ё-моё. Стопудово идет по следам. Да иди ты сюда. Либо я сейчас навстречу выйду, либо сзади она. Но по следам вычислит однозначно. Да иди-то, блин. Слушай, я иду навстречу. Ну, попробуем побегать подольше. Так. Чилбрек, давай. Черт бы тебя побрал. Промахнулась корявая. Из меня, конечно, бегун еще тот. Спайдермен, ё-моё. Недоделанный. Черт, где она? Где этот культист? Блин. Поймала. Ага. Да-да-да-да-да, конечно, конечно. Хрен тебе. Ну, естественно, все, я последний час, меня она поймает. И, ребят, мы одиночество. Одиночество, грусть, печаль. Поймала гадина. Проиграли, но я хотя бы очки получил. И 200 монеток. Ну что, давайте еще один заход сделаем. Блин, ну что-то в последнее время очень тяжело стало получаться убегать от этого маньяка. Очень тяжело. Потому что в данный момент у меня только есть энергетика, которую я выпиваю, и дает мне там, насколько, 6 секунд ускорения, и все. После того, как я выпил, там идет откат, чуть ли не полторы минуты или даже две.
Или даже три. Я вижу, ребята, генератор. Где? Запалила контуру, а? Своим криком. Беги давай, беги, Джек. Воробей. Вот здесь я в прошлый раз, ребята, врезался. Ну. Мне вот интересно, когда она выйдет в офф, в официальный релиз, все наши достижения сгорят или нет? Так, Тимурчик. А, Тимурбек. Ну давай, Тимурбек, помогай мне. Да ёпрсты спалились. Так, арбуз опять тут у нас. Теперь кто кричит? Я кричу. Я кричу от страха. Так, посмотрим здесь. Если бы я помнил, где тут, ребята, генераторы. Арбуз, опять поймал арбуз, а? Блин, тут дверь у нас. Тихо. Ой, как мне это не нравится все. Где ж ты, гад? Ушел, да? Или не ушел? А, этот починили. Осталось всего лишь три. Где они только находятся? Неужели я на него бегу, а? Нет, вроде бы. Так, два осталось. Получится у нас, интересно, или нет? Где-то приближается. Почти рядом, ребята, он. Я бегу, сматываюсь. Так, ждем здесь. Если я его сейчас увижу, будем убегать. Но я его не вижу. Алка поймал. Блин, надо починить этот генератор. Так, Алка. Поймал Алка. Арбуз у нас раненый. Так, ну что ж, починили, хорошо. Тупик. Неужели я на него бегу, а? Давай вот так вот сделаем. Черт. Он меня раздражает. Хорош кричать, дурень. Ну, где ты? Слушайте, ребята, у нас двери открыты. Как вариант, нам можно... Тихо. Вот он. Так, все, ребята. Нафиг, бежим отсюда. Бежим на выход. Только знать бы, где этот выход еще. Я, честно говоря, не совсем помню. А, вот они, ворота открыты уже. Сбежали. Ну, честно говоря, чудом здесь выжил я. О, ранг вырос у нас. Так, ну что, давайте еще, наверное, одну заходочку сделаем, да? Слушай, смотри, сколько джеков. И, в принципе, здесь два шестых уровня и два седьмых. Нормуль. Должны неплохо повеселиться. Ой. Так, выжившим необходимо стать командой, чтобы спастись. Ну, это понятно. Если бы от этой команды еще хоть что-то бы решалось, если бы мы могли как-то его обманывать. Ведь у нас ничего такого нету.
Что, куда ты бежишь? Так, где у нас генераторы-то эти? Вот он. Давай чинить. Сейчас прибежит сюда. Вот только с какой стороны? Ладно, пойдем сюда. Чмошник, а все-таки саданул меня. Квазимода. В тупик забежал, придурок. Вот я дуралей. Почему я не могу через окно выпрыгнуть, а? Почему? Почему так несправедливо ко мне игра, блин? Черт побери. Ревенс. Сам раненый, но выручает. Молодец, спасибо тебе большое. Чмошник, блин. Я думал, что он меня, знаешь, не тронет. И, кстати, вот в бета-версии, в первую, которую я играл, ребята, мясник бегал с бензопилой. Здесь он просто бегает, бьет кулаками. Слушайте, ну мне хана. Меня он посадил второй раз за решетку, поэтому, смотрите, здоровье очень быстро уменьшается. Да, эта игра у меня, конечно, вышла хреновенькая, но все равно Ревенсу большое спасибо. Несмотря на то, что он рисковал своей жизнью, грубо говоря, он спас мою. Хоть и ненадолго. Да, что-то мы как-то тут сыграли не очень хорошо. Смотри, смотри, смотри. Стоит тут, контролирует, гад. Все, ребят, я отдупляюсь. Конечно, нужно развиваться в обязательном порядке. Нужно изучать что-то новенькое, те же самые элементарные аптечки и так далее, чтобы не просто на одном энергетике здесь бегать. Да? Ну и также жду от вас комментариев по поводу Мэри, стоит ее вообще прокачивать или нет. Сколько у нас денег? 4000, да? И у нас здесь обучение идет. Тут сколько? А, тут нужен 9 уровень. То есть в данный момент я больше ничего не могу сделать, вот только лишь повышать уровень Мэри. Ну да, только лишь уровень Мэри. Ладно, хорошо. Ай, блин, совсем забыл. Ладно, ребятульки, давайте на этом с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Конечно, мне хотелось бы за маньяка поиграть. А как за него играть, ребят? Какой нужен уровень? 6, а у меня только лишь 5. Слушайте, а может быть нам добить сегодня 6 уровень? Давайте-ка еще немножечко поиграем, а? Фиг с ним, да, пускай нас ловят, пускай нас терроризируют, но мы с вами попробуем набить левел. Фух, так, Кейк, мясник. Смотрите, ребята, у него гарпун. Почему-то я гарпуна у него не видел. Может быть, в дальнейшем у него будет. Но с бензопилой, мне кажется, он бы эпичнее выглядел. Так, у нас бункер. Да и карт бы здесь, конечно, хотелось бы побольше. Угу. И я побежал. Пока сам не знаю, куда. Да хорош ты. Черт. Оу! Фак. Черт, ну как же так? Ну почему я постоянно на этого говнюка выбегаю, а, ребят? Ну ведь несправедливо. Охотится за мной, гад, а? Почему-то я не вижу от себя кровавых следов. Хм, странно. Ладно, будем ковылять, пускай он пока за мной бегает. Мы его немножко тут поуводим. А ребята в этот момент должны генераторы починить. Да что ты делаешь-то? Давай чини. Стоит там, загибается мне. Да ёпрсоте, ну. Опыт, опыт, опыт растет. Смотрите, а как это интересно мы ему наносим повреждения? Хм. Очень интересно. И Батман. А, спасибо, давай лечи. Я знаю, что ты супермедик, ты быстро лечишь. Мэри. Давай, давай, спасибо. И спасибо тебе большое, это кто у нас? А, и Батман, все, понял. Спасибо тебе. Тихо, где? Куда? Давай спасем, наверное, да? Черт, спасли, вон он сзади, гад. Бежит.
Хрен тебе, ломай двери. Трать время. Все равно ты меня не догонишь, Квазимода. Пошли, просто нуб. Че ты стоишь-то там? Давай дочиним. Вот так-то. Мне, ребята, нужен опыт. Мы хотим получить сегодня с вами уровень новый? Хотим. Кстати, раньше вот в этих вот дверях, вот в таких вот, мог маньяк вполне застрять. Багануть. Ну и где ты? Я тебя не вижу. Черт, где-то рядом крутится. Ну где ты? Странно, как это происходит здесь все дело. Так, где-то еще генератор. Так, последний остался. Вот он. Шикарно. Так, ребят, теперь... Ну, конечно же, я ору. Где он? Смотрим. Опять он убежал, да, куда-то? Где-то выход должен быть здесь. Где-то здесь, ребята, вот. Точно бы еще помнить. И я и не вспомню сейчас. И, Батман, ты думаешь, мы успеем? Я сомневаюсь. Да как ты меня поймал-то, чмо, блин? Как он меня мог поймать? Да куда тут тупик? Да ну, хорош, блин. Паразит. Просто паразит. Не хватило совсем немножко, ребят. И Батман валяется. Открыл? И Батман молодец. Хотя бы он спасся. Хотя бы он и молодец. Ну что же, новый уровень аккаунта. 6-й мы с вами зарабатываем. Получаем 10 голды. 1000 монет серебряных. И открывается у нас мясник. Да-да, именно он. Так, у него камень кидает выжившего, замедляя его на 20%. Замедление длится всего лишь 2,5 секунды. Наконец-то я могу сыграть за маньяка, ведь так? А ну-ка, проверим. Блин, а его еще открыть нужно. Серьезно, что ли? А где вот эти вот штуки? Так, печать можно получить, повышая уровень своим открытым персонажем. Повышать уровень своим открытым. Блин, я-то обрадовался, сейчас думаю, сыграем. Сыграл, называется, блин. Но, тем не менее, все равно хорошо, ребят. Мы с вами получили уровень, открыли мясника. Точнее, ну, как бы мы его можем теперь открывать, но нам нужны печати. Ну, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.